Куда там? Так, а, я тут был. Да, я помню, я здесь был. В замок. Ага. Через башню Гриффиндора, да, туда попасть, говорите? Надо бы еще ее найти, а то я как-то, если честно, не помню. Куда мне идти, чтобы туда попасть? А, вот, все понятно, все понятно, все понятно, все понятно. Теперь я все понял, куда мне идти. О, катсцена. За Гермионой, что ли, идти нам надо? Вероятно. Как раз это как раз то место, куда, по сути, мне и надо идти. Башня Гриффиндора. Так. Эта свеча, я до сих пор не понимаю, что с ней делать. Капут Драконис! Так, вы, дебилы, блин. Вы мне дадите мою карточку? Или, то есть, пароль к портрету? Или нет? Have you got those Bertie Bott's every flavour means? The earwax flavour, yellow in colour. Да вы чё, до сих пор нет? Я же уже их сколько взял, я их до хрена взял. Они все еще такие, нет. Ну ладно, тогда я сохранюсь вот тут вот. Да-да-да. Да. Итак, теперь нам надо идти, значит, на трансфигурацию. Сейчас надо... Я, кажется, знаю даже, где она. Там вот одна дверь была, которую я до этого не мог открыть. Скорее всего, это как раз там. Вот там вот. Вот здесь, да? Я ведь прав? Похоже, что да. А тут две двери. Upper Castle... Да, вон туда. А... Грейт Файер нет, я вот сюда, в Upper Castle. В этом Грейт Файер я так и не был ни разу, судя по всему. Ничего, наверное, рано или поздно я там все равно как-нибудь окажусь. О. О, пацаны. Так, я тут никуда не могу. Флипендо! Нет, Флипендо я, походу, никуда не могу. Так, это вот класс трансфигурации, мне туда и надо. Туда я никуда пока не могу пойти, да? Time to sample the rare delights of the upper castle, eh? Just watch out for Filch and his cat, Mrs. Norris. Anyway, we'll trade the portrait password for, I'll say, red every flavor beans? Chili powder flavor, hot as blazes. Хорошо. Так, я наверх, значит, пока я не могу туда забраться, да? Никуда. Ладно, значит, мне придется идти сразу на трансфигурацию. Блин, они уже 4 этих типа этих конфеток, и я еще ни одни, походу, не соб... А, нет. Я зеленые полностью забрал, но я не помню, где они. Я не помню, куда мне надо идти, чтобы их обменять. Ну ладно, рано или поздно, возможно, найду. Ладно, идем сюда. Загрузка. Ой, опять этот хрень. Ау.
Да. Это непросто. Если платформы слишком быстро исчезают, это не классно. О, ура! До сюда добрался. Так, что дальше? Ух ты. О, изи. Join us, Harry. We're about to start the transfiguration lesson. Не так уж и трудно, как я думал. Там внизу хотя бы ничего не было, поэтому это было проще. Transfiguration is the most complex and dangerous magic you'll learn at Hogwarts. Anyone messing around in my class will leave and not come back. You have been warned. Watch my wand move around the screen and press the symbol button it points to. Complete each sequence 3 times to learn the transfiguration spell, Aviforce. Get ready. Aviforce, прячься в летучих мышей. That was good. Так. Excellent. Так. Так, 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 так. Perfect. Good. Now try and keep up. Так. Так, так, так. That was good. Ага, ага, ага. Excellent. Ага. Ага. Perfect. Ура! Very well, let's keep going. Oh, you sure? Так, так, так. That так. Was good. Ага, ага, ага. Excellent. Ага, ага, ага. Perfect. Ура! Все, да? Well да. Done, class. Now let's put the spell into practice. Harry Potter, follow me, please. Welcome, Harry. First, use your wand to cast a transfiguration spell on the statue. Now, hit your symbol button at the right time in order to transfigure the statue into its new shape. Let's see if you can transform this statue, and perhaps you'll find a way to reach the doorway at the top of the room. Так. Так, я так не совсем понял, что мне надо... Где делать? Ага. О. А ща Аверс это в летучих мышей должна превращать. Well done, Mr. Potter. 5 points to Gryffindor. Now use the floating table to leave the class. Такие испытания крохотные, это забавно на самом деле. А ща Аверс это в летучих мышей превращает, потому что в четвертой части это заклинание было. Ну ладно, пофиг. Им виднее. Meanwhile, the house point hourglasses are slowly filling up. Ой, сейчас у меня будет мало. Да, у Слизерина намного больше. Ублюдки, я проигрываю, ура. Грустно. Да, у Слизерина прям намного больше. Это видно, что прям их намного больше. 113, херена себе. Мда. А у нас всего лишь 95. Слизерин ведет, Slytherin да. Are in the lead on house points. Да, да, да. The race for the house cup is heating up. Да, 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 мне насрать. Все равно в конце я выиграю, потому что так по сюжету задумано. Так, ну чё? Так, теперь я вот здесь вот. О.
Gravifors! Я могу вот так сделать. Птичка, лети. А, то есть я сейчас даже обратно не могу выйти. Да, тут меня заставляют вот так делать. Ну-ка, пап, посмотрим вот сюда. Ой, там сохранялка была. Ой, я немного покоцался. Блин, мне надо бы что-нибудь как-нибудь вылечиться. О, лягушка, как раз. Так, о, это этот запретный коридор. Отлично, серьезно, а где он? Но он закрыт. Окей. А тут сохранение, хорошо, сохранюсь. Ой. Давайте. Да. Сохранение. Все отлично. Я могу вот... Ого, отлично. Так, это куда ведет? Просто какая-то дверь непонятная. О, опять motion blur, и Букли принесла какой-то сверток. Что это у нас? Ой, это еще что за звуки неприятные? Ой, Пивз! Ублюдок, а? Let's have a chase through the attic then. If you beat me to the end, I might give it back. Or I might not. Let's just see, shall we? Off we go then. Ой. Гонка? Abby Ford! Это намного проще, чем эта тупая инцензия. Инцензия такое очень трудное, а это норм. Так, через это. Чердак, да, значит? Ну ладно. I've covered some of them in slippery flobber mucus just for you, Potter. If you get to the end before me, you win! Off we go, Potty Potter! Ой. Так. Так, надо гнаться. Ой, а как так? Как я его смогу обогнать, если он просто... Он движется быстрее меня, сам по себе. Блин. Фейлик. Как? Да... Ты офигевший, блин. О, я обгоняю чуть-чуть. Что? И как я должен был это предвидеть? Вы что? Блин, ой. ФПС. Давай, давай. А, почему так он так тупо делает эти заклинания так медленно? Я нажимаю на кнопку, он такой, нет, не хочу. Так нечестно, ты умеешь ты летать умеешь, а я нет. Ау. И
я ведь его... Я не могу его отвлепендить, да? Ты урод! Он еще и сквозь стены проходит, да, значит? Вон еще как, да? Весело. О, я первый, лол! Да ладно. Ха! What a cheat! Not fair! Peeve wasn't ready! Ну да. Давай. Peeve doesn't want your silly parcel. Take it back! Ура! Я молодец. Your father left this invisibility cloak in my possession before he died. It is time it was returned to you. Use it well. To activate this cloak, pick up the invisibility tokens. They will only work for a short time, so be careful. Вон как. Значит, мантию-невидимку мне прислали. Спасибо, Дамблдор. Возвращаемся сюда. О, я вот тут вот. А тут вот это... А, это вот тут вот, фига. Ау. О! Я могу сюда пойти? Вау. Не рановато ли мне туда идти? Ой. А если я сюда пойду, то что? Ему норм, да? Если я сохранюсь, то чё? Он типа такой, ну ладно, проходи, я не против, да? А то, ну-ка. Well now, students aren't allowed in here, are they? There are things in the forbidden corridor that are not for the eyes of mere boys like you. No, no indeed. Dumbledore has ordered that no students are to enter this corridor. And don't go trying a secret passage. Mrs. Norris and I know them all. Now be off with you, before I have you expelled for wasting our time. Страшный-то какой, ох. А миссис Норрис прошла сквозь дверь. Так мне туда все-таки идти, или... Стоп, я не уверен. Упс, мне походу реально туда идти. О, что-то я сомневаюсь. Он сюда, он возвращается? Я по шагам нифига не пойму, он сюда идет или в обратную сторону. А я такой, блин, в ПК-версии все было намного лучше. Я прям абсолютно был беспалевным. Ой, там привидение. Так, так это и есть эти хрени. Невидимости, да? А там что, это ключ там что ли какой-то? Да, там ключ. Которым надо открыть дверь. Ура! Беспалевность. Ура, беспалевность. Да, он опять прошел. Да, и дверь закрылась до того, как он успел пройти. То есть он прошел прям сквозь дверь. Прям как его кошка. Блин, все они вот такие. Читеры. Так, что мне надо делать здесь?
Yes, Mr. Why? Finch, what is it? Professor Snape, you said to alert you if I heard anyone sneaking around in the forbidden corridor. Well, Mrs. Norris and I suspect that one of the students may be trying to sneak past us. I see. That's very interesting, Mr. Filch. And I have an idea who it might be. But we have ways of dealing with interlopers. You have my permission to use the harshest measures necessary. There is something very special in the Forbidden Corridor that I've had my eye on for some time. We can't let anyone interfere with my plans. Can we, Mr. Filch? No, indeed, Professor Snape. Mrs. Norris and I will be extra vigilant, watching out for intruders. See that you do, Mr. Filch. I have something special planned for anyone who tries to defy me. Опасный-то какой-то, ох. А мне куда? Реально, а мне куда идти? Нет, не сюда. Или мне обратно возвращаться? Похоже, мне обратно возвращаться. Забавно. Или ни хрена, тут закрыто. Да, тут закрыто, то есть мне не туда возвращаться. А куда тогда в таком случае? Тут больше я никаких больше путей не вижу. А серьезно, что мне делать? Я такой вот. Я смотрю и не вижу ничего. А, так тут так можно пройти, так. А мне эта кнопка не высвечивалась. Я должен был догадаться, что ли? Вон он там, да? Удобнее было, если как в ПК-версии, у меня эта моя мантия всегда была надета. Ой. Неужели я беспалевный? А, это сюда я могу встать, да? Надо подождать, пока оно идет в противоположную сторону. Где-то там должен быть ключ, я так понимаю. Давай, разворачивайся. Кошечка, все. Ага, вон ключ, я его вижу. Ouch. Well, well, well. We Oops. Are in trouble now, aren't we? Ой, а как так? Я снова тут оказался. Ой, и что, мне все это проходить еще раз? Да ну. Что-то как-то это тупо. То есть они мне даже просто. Они должны меня просто увидеть. И тогда у меня уже. Я сразу становлюсь снова. Я палевным снова становлюсь. Не так, как в той версии, как надо они меня, чтобы именно меня поймали, чтобы я спалился. Нет, тут я просто достаточно, чтобы они меня просто увидели. А, тут мне уже ключ брать не обязательно, потому что я его уже взял. Хорошо.
сцен уже нет, как он там проходит через потайные ходы. Так, а здесь он все еще здесь? Нет. Ой, нафига мне туда, не надо лезть. Так. Я не знаю, как забрать вот эту хрень, которая невидимая. Потому что эта хрень меня палит постоянно. Или мне просто... Вот сюда вот пройти. А, нет. Я сюда не могу. Надо мне именно через ту хрень пропрыгать. Давай, давай уже. Иди. Иди давай. Угу. Так, ладно, снова залезу вот сюда. Потому что мне определенно надо там как-то через эту хрень перепрыгнуть. Но как сделать так, чтобы при этом меня эта кошка не спалила? Не понимаю. Так, ключ я взял. Филс меня не увидел. Так, она вон там разрывается. Мне надо, походу, прям за ней идти. Она неужели она меня не сможет услышать? Что-то как-то это подозрительно. Прикольненько, она, оказывается, глухая. Блин, мне бы книжечку сохранения было бы неплохо. О, вообще, очень... Опять он сквозь дверь прошел. Сохранение, пожалуйста. Да, дайте мне. Я не хочу все это еще раз проходить. Так, я не смогу туда допрыгнуть, да? Так, тут ключик. Они сами где? А, вон там. Так. Так, давай быстрее. Так. А! Лол, я прямо перед его носом пробежал, он меня не увидел. Охренеть! Вот это повезло. Просто тупо использовал механику игры для своего преимущества. Забавно. Упс. Вообще было просто. Сколько можно? Ну блин, это уже как-то однообразно становится. О, это уже сам запретный коридор, понятно. Склад.
Чё за склад? А, это... О, понятно всё. Загрузка. О, вот так вот даже. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry.